Мы продолжаем играть за Ливерпуль в игре FIFA 14. На очереди у нас Capital One Cup. Фулхэм. Кайл Уокер встает в основу. Восстановившийся Кайл Уокер. Ой, так. И я рискнул поставить сломанного Клайна, который, кстати, на скилл поднялся, пока был сломан. Ну, это все стандартненько. Митроглу и Яшил сыграет этот матч против Фулхэма. Так, у нас тут Аргентина. Я пока не выставляю состав, а вот на чемпионат мира я, конечно, выберу сильнейших. Ну, давайте, надеюсь, пройдут Риттер, Манга, Амалибет и Брикс. Травмированного Фулхэма. Дзюба у них центрального нападающего играет. Пожалуйста, выиграйте. Вот сразу же Митроглу свой дебютный мяч за Ливерпуль забивает. Ух ты, как тут развитие, пошли события быстро. Дзюба не забил пенальти. Вильямс сравнивает, потом Митроглу дубль, Джага сравнивает. Ёшкин кот, Митроглу хэт-трик просто втащил, красава. Костас, молодчиночка. Действительно первоклассная. Матч с бразильцами. Я уже играл с бразильцами, поэтому не хочу. Честно. Расчет, да, 2-2 с Аргентиной. Вот они сыграли с нами. И как тут, что да как. 2-2. Ламелла сломался у нас. Но это не суть как важно. Так, нет, в Перу я не буду играть. Извините. Извиняйте. Так. Фак. Так, ладно, что у нас тут пресс-конференция игрок провел? Так, это плевать. 4 700 000 за Лигу чемпионов. Тут расписание. А, у нас еще Фулхэм. О, П. С. Ж. Полная жопа. Полная. Блин, не могу придумать. Ладно, пофиг. Короче, задница нам. Так. Сейчас только. Суарес. Правша. Тарич левша. Да, все нормально. Так, и Суса. Обратно вместо Клайна. Надо бы еще дать сыграть по Парелле. Но это успеется. Что такое? Да, конечно, Суарес. Конечно, ты будешь играть. Хотя, он у Суарес еще немножечко уставший. Давайте дадим отдохнуть. Что нам такого-то? Митроглу, пожалуйста, сыграй. Пускай отдохнет. Луис. Ну, давайте рассчитаем Фулхэмом. Митроглу и Кокер. Сегодня получают шансы снова сыграть за нас. Как я говорил, когда приобретал Митроглу, что он нам нужен как раз таки вот подменять Суареса или Стариджа. Ну, красава просто. Монстр. Блин, опять сравнивает счет Фулхэм. Джерард с пенальки. Выигрываем мы и ПСЖ. Так. Ну, блин, что таких лохов-то привозить, а? Блин, можно и покруче чуваков привозить. Так. Ага, Кайл Уокер там пропустит чемпионат. Это не важно нам. Митроглу, я благодарен тебе, что ты нас подтащил. Ну и теперь. Фух. Пари Сен-Жермен. Роняемся и идем играть. Идем играть этот невероятно сложный матч. Мы в гостях. Лавеси и Агер. Погнали. Чё у нас тут за испытанки? Испытанки вообще крутяк сказал. Блин, это тупое испытание, мне его никак не пройти. Я не понимаю, как его пройти. Да блин, опять 6000. Ладно, пофиг, играем.
Старич, Суарес в центре поля. Опа, Старич подуставший, а Суарес-то чистый. Трати. Моура. Хорошенький такой забросик на Ибрагимовича. 1-0. Златан Ибрагимович. Ну что же, открывает счет ПСЖ. Моура, отличный забросик на Ибру. Тут проиграл борьбу Агер и пробил шикарно Ибра. 1-0, ПСЖ впереди. Ой, шикарно. Ой, шикарно. Ну и пробить бы. Сантон. Вот, Джерард, заряжай. Стивен Джерард. Гол. Вот это пушечка у Стивена. Ёпарасоте. Суарес выкатил и прошило руки Серигу. 1-1. Почти подкараулили отскок. Суарес отрабатывает до конца опять. Вот теперь проходит этот долбанный заброс. Да блин, 2-1. Лукас на 90 еще минуте. Да вообще шикарно просто. Заебись. 2-1 мы всираем. Но сейчас надо попробовать на контратаке. В последней контратаке. Даже не контр, а именно атаки. Суарес. Ай-яй-яй. Не повезло нам сейчас. Но у нас есть гостевой гол. Все, закончился этот матч. Слава богу, что мы забили. Слава богу, что у нас есть гостевой гол. У нас есть шансы еще пройти дальше. 6-5, 6-2. Ну, переиграли нас, да. Атлетика дернул Ман Юнайтед. Красавчики. Тоттенхэм. Что у нас тут еще? А, у нас отчет. Молодежечка. Педро Мадейро. Неплохо. Давайте, чувачки. Так. Константинос Митроглу. Насчет следующего матча хочу в основку. Подумаю. Что у нас там по календарику-то? О-хо-хо. Тоттенхэм, ПСЖ, Челси. Ёшкин кот. Задница сейчас мне будет в последних турах. Ладно, гамаем против Тоттенхэма, блин, Кайл Уокер. Да, Кайл Уокер. Ну давай, Глен Джонсон. Ну и давайте выполним просьбу Митроглу. Попробуем на таймик его выпустить вместо Дэниела Старриджа. Думаю, можно. Ну чё, вперед к победе над Тоттенхэмом. Фуф. Уайтхарт Лейн. Тоттенхэм принимает Ливерпуль. Его снова это испытание. Снова попытка пройти его. Оп. Я невероятно близок к тому, чтобы пройти его. Да сук. Блять. А, ладно, я еще раз попытку, ребят, извиняюсь. Я в этот раз я был близок невероятно к тому, чтобы пройти. Ой. Да блин. Так. Тише. Эриксон, подачка. 1-0. Роберто Сальдадо. Ну, молодец. Сальдадо 1-0. Опа! Ну, Митроглу! Ой, молодчиночка! Вот я теперь вижу твою игру головой. Ну, молодчага! Просто красавчик! Красавчик! Митроглу! 1-1! Митроглу! Ай-яй-яй. Как он освободился?
Старич, хорошо. Как же не троглу сейчас, хорошо. И все, закончился этот матч. Но мы продолжим. Смотреть, что у нас там впереди. Сразу же у нас сейчас будет матч против PSG. Вот так вот, ответочка. PSG. Что такое? Блин, Митроглу, не могу тебя поставить в основу. Спасибо за то, что подтащил нас со шпорами, но я не могу тебя поставить с PSG. Ага. Так, все. Короче, состав я не буду менять, вы все знаете, и погнали. Не хочу уже просто время тянуть. Очередные испытания показываю, потому что когда снимаю, получается хорошо мне их проходить. Суарес. Ай-яй-яй. Чуть не докрутил. Ладно, пофиг. Погнали. Лига чемпионов. Пари Сен-Жермен приезжает в гости к Ливерпулю, который в этом сезоне дома играет просто шикарно. Я намереваюсь выиграть, причем выиграть довольно-таки уверенно. Ну что ж, погнали. О, заброс! Великолепно! Суарес догонит, 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 догонит. И подаст еще гол! Ой, Суса! Ой, спасибо. Ой, отлегло. Шикарный заброс. Ну, Суарес, и Суарес, какая подача. Ну, просто, блин. Суса во второй половине сезона раскрылся по полной программе. Какая подача получилась у Суареса. 1-0. Мы впереди. Гюндоган, Джерард, Джонсон, ой, ой, молодчинка, ой, Сусо, почти прошел, ну и закончился первый тайм, фуф, мы впереди 1-0, 2-2 по общему счету, но это нам только в плюс, Ман Юнайтед, Атлетика 0-0, и мы продолжаем. Отличный заброс от Суареса на Дракслера. Дракслер, Митроглу 2-0. До свидания. Фуф, отличного форварда я приобрел. Костас, Митроглу. Великолепно. 2-0. Мы впереди. Лукс Моура. И штанга и не дать добить. Лена что ли втащил? Неужели Лена втащил? Офигеть. Это надо смотреть. Как здесь все получилось? Лена, как ты успел? Офигеть. Ладно. Выход 1-1 Суарес. После великолепной паса. Великолепный пас, лол. 3-0, до свидания. Суарес отправляет PSG домой. Ну а мы продолжаем наш путь в Лиге Чемпионов. Заброс шикарнейший. И 3-0. Да, на Энфилде мы великолепны. Это надо отметить. Все. Отлично. Просто отличненько. Сыграли на высшем уровне. 9-6-5-3. Почти два раза переиграли. Но им не повезло. А нам повезло. Показываю тем, кто не верит. О, тут Бавария, Барса.
Ливерпуля и Мью. Хоть бы мне и Мьюшка попался, хоть бы мне и Мьюшка. Но, скорее всего, конечно, Бавария. Показываю тем, кто не верит, что я играю на Вером. Пожалуйста, 5 минут. Мировой класс, дефолтный мяч и скорость игры нормальная. Я еще пока что не прощаюсь с вами, потому что Сусо, типа хочет домой, вот такая новость появилась. Так, возможно, Сусо тоскует по дому. Расставаться с Хесусом я не хочу, поэтому просто повышу ему зарплату. Фига ты, блин, хочешь получить, давай соточку будешь получать, тогда ты точно у нас останешься. Вот так, ну, конечно, ключевой игрок ты будешь. Знаете, тут тоже можно продлить контракты. Лагером еще на годик. С Суаресом точно. Офигеть ты хочешь получать, Луиска. С Джерардом надо точно продлить. Со Стерлингом обязательно. Ну, сейчас продлим это все. В принципе, фигня. Так. Мартину Келли нужно. Так, что тут? Он Джордан Айби. Это будет даже нерегулярный у нас. Но я не эти хочу больше. Вот Сантон мне хочется продлить контракт. Очень хороший защитник. Митрагу вообще шикарно вписался в наш состав. Вообще молочиночка. Так, Сахо, конечно. Офигеть, Сахо, блин. Откуда вы все такие зарплатки заламываете? Ключевой игрок, конечно же, Мамаду. Вот Ешил точно надо продлить, да. Потому что за ним такая борьба, так разовец, хорошая сессия. То вот Гюндоган точно. Какая Гюндоган мы точно продлеваем. Тут вот Драксера надо продлить точно. Чего дадим ему? Так, Старич вообще без вариантов. Блин, все такие цены вообще, все зарплатки заламывают, вообще офигеваю. Кайл Уокер. Да блин, вы все что ли сговорились себе повысить? Лено. Тоже давайте с ним продлим. Чего ж такого, Хэндерсон точно надо. Чего будет. Так, ладно. И такую штучку мы делаем, чтобы у нас хватило бомбосиков. Ну, в принципе, должно хватить. Я вот думаю, сыграть нас Челси в этой серии или нет. Давайте это все-таки оставлю на потом. Сусо рад остаться. Ага, Стерлинг хочет нас покинуть, типа. Так. Ага, Сусо счастлив. Я тоже счастлив. Давайте наш календарь вообще глянем, что у нас там. Да, нам Мью попался вообще замечательно. Ну блин, у нас. А Мью это полуфинал? Да. Так, ну вот у нас Челси будет в следующей серии. У нас Уиган будет в следующей серии. Это просто. Это просто. Ну блин, дальше Челси. Дальше Мью. Дальше две виллы. Дальше снова Мью, там Сити, и сезон кончается на этом. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Я вижу, что вам начали нравиться выпуски, как я стал выпускать в режиме лайв времени. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это действительно очень важно. Иметь большое количество подписчиков. Я буду стараться делать видео чаще. И с каждым разом все лучше. С вами был Леха. Всем пока.